Ну что, народ, погнали. Это Альвинос и Диван Джонери, очередная серия серий. И этот раз мы продолжим наше путешествие по Твилайту. Чтобы продолжить путешествие, наберем, наверное, камней на всякий случай, каменюк. Вот. Нас остался лабиринт. Так. Факела я, по-моему, брал. Да, брал. Ну, еще, если что, там найдем. Вот, ну что, погнали? Ну что, народ, погнали? Так, для этого нам надо... Так, ты еще не про... Нет, у него... А, нет, вроде бы частицы идут. Ага, вырос. Ай. Так, это я зря, конечно, затронул. Ладно, когда-нибудь я это тут найду. Так, нас интересует сейчас Twilight. Правда, сейчас день, ночь, я не понимаю. Ну да ладно. Хотя у меня, блин, же есть мешочек. Мешочек, который... Ну, в принципе, чтобы тут экономить ваше время, я, конечно, ТПшность туда... Вот. Ну, пошел, погнали. Давай, прогружайся ты. Так, это сюды, это сюды. Так, о, тут у нас будут эти чуваки, да? Сейчас. Так, где у нас тут этот? Здоров. Куда вы там бегаете? Ну да, конечно, я тут слишком нагло пользуюсь. Так, пригодится, раз уж взломали. Это возьмем на вся... О, зелье, молоко надо. Тут будут пауки. Так, что тут? Все берем. Не жалеем. Так. Ну что, пошли дальше. Так, мне тут надо, в принципе... карта. Так, откуда тут свет раньше? Это что? Вот, видите, эта защита действует. Там у нас, как это называется, огненный биом, и нас туда не пускают. А это плохо. Мы можем просто-навсего не пройти. Так, может быть, придется другой искать. Тут опасно, конечно. Так, тут ничего нету. Сундук-ловушка. Если ты ловушка, ага. Вот этих два сбиваем. Все, у нас ничего не взорвется теперь, и это все забираем. Сундуки мне, наверное, не надо пока что. Это мы сюда сбрасываем. Блин, я могу эту нечаянно не пройти. Потому что у нас, видите, заблокировано. Йод. Так, я нахожусь тут. А проход может быть где угодно. Ладно. Попробуем пройти все же. Вот, видите. Как нехорошо у нас тут. Так, тут ничего интересного. Сюда нас не пропустят. Тут конец, да? Стену мы сломать можем. Давайте с... Очень сложно, но можем пробить стену. Ага, только один. А я тут бывал. Да? Да, ладно. Идем назад.
тут вообще-то надо монету найти или выбить, чтобы получить карту лабиринта. Же тут я тут ходил. Тут я вроде... А, может там надо было туда свернуть. Вот сюда. Или тут тупик. Тупак. Так, давайте ускоримся немножко. Так, блин. Куда еще тут можно? Тут были. Сюда я ходил, да, сюда я ходил. Тут я ходил. Так, мне сейчас задача... О, еще одна скрытка. Может, удастся. Нет, вроде бы тут спокойно. Тут просто сундук, да? Давайте проверим. Еще бахнет ненароком. Ладно, все, берем. А, просто сундук можно взять. Потом не надо будет их делать. Сундуки вещь полезная. Так, это пока скидываем все, чтобы она нам не мешала. Вот тут как-то не что-то не того. Так, что-то они тут перемудрили. Так, вернулись сюда. Угу. Ну, давай посмотрим, может, удастся тут пройти как-то. Где-то летучая мышь меня не интересует. На следующий уровень пробраться мне разрешат. Вот, следующий уровень. В принципе, мне другого и не надо. Бомбить. Так, ладно, давайте сюда. Вот, видите, тут можно набрать фонариков, если у вас их чего доброго. Мало ли вы их с собой не взяли. Так, тут ловушки нету. Сундук-ловушка. Так, уголь есть. Это хорошо. У меня палочка. Это ловушка. Мне ловушка не надо. Так, главное не выбраться... Еще один, по-моему, надо уровень ниже. Жалко, она это мясо не жарит. Так, куда пойти? Сюда или туда? Фу ты, черт, напугала. Так, тут тупик. Угу. Мне еще один такой спуск найти надо. И внизу будет босс. Я так думаю. Так, или туда, или сюда. Тут закрыто. У меня пока кирок хороших нету, так что... Рискнем сюда пойти. Кто там шляет? Ну, я тут, конечно, легко все прохожу. Да, вот тут плохо. Иди сюда. Так, где бы мы тут пройти могли бы? Во. Ящик. О. Сундук. И что нам дают? Ничего особенного. Так, это мы должны сюда все выкинуть. Так, наверное, это мы сюда, это сюда, это сюда. Теперь оно мне мешаться не будет.
Сундук забрать. Сундуки вещь такая. Так, йод. Где тут может быть проход вниз? Вот тут опасная зона, да, я так понимаю. Пустите меня. Это вот защита работает. Пока не пройдешь вот эти вот все, тебя не пропустят. Ну тут как-то заспавнился. Биом не очень удачно. Ну, кстати, эти корни пригодятся. Так, куда бы мне пойти? Так, из этих можно выбить ключики эти. А кстати, эти, как они, что, все закончилось? Где? Во, 64. Так, надеюсь, мы дойдем до... Дайте пройти. Сразу с книжками приперся. Ой-ой-ой. Так, этого нету. Это просто сундук. Забираем все, что находим. А, это просто сундук. Блин, мне ниже надо. Так, кто там? А, это мышка была. Топорик подарили, спасибо. Так, а, и вот откуда вы прете. Где у вас спаунер? Фига у вас тут наспаунилось. Фу, так. Туда мне нельзя. Ну, пропустите меня. К этому человеку. Ух ты. Так, где там ящики? Вот для этого молоко тут и дают. Кстати. Так, это мы взяли. Железный прутья. О, монетка есть, это хорошо. Так, это мы все сюда. Монета. Так, это. Так, монетка. Пустая карта лабиринта. А у меня бумаги нету. И одна только эта. Да, вот про бумагу я забыл. А, кстати... Это забрать, это и это. Так, куда мы там могли идти? Сюда. Ага, о, еще одна. Все, пошло процесс. Хотя таким способом мы прооткрыли дверь. Да, чуть-чуть облегчили себе проход. Так, а там вот что-то было такое за дверьми. Это не этот чувак. А, вот же он.
Вот он. Вот он, босс. Все. Пройдено. И нас должны теперь тут отпускать. Вроде бы как. Или нет? Вот она, камера босса. Тут всегда обычно хороший лут. Бывал. Бывало и получше времена. Так, это сюда. Все скидываем. Это мы прошли. Так, порох. Ну, вроде бы не дамажит. Так, это мы забрали. А чё поджигает? А, это ты? Умри, негодяй. Поджигает он меня. Вы видели? Так, кстати, этого босса легко убить, не разбивая вот эту вот шахту. Берете вот эти вот кирпичи, взрываете, собираете эти кирпичи и застраиваете. Он их раздолбать не может. Вот, так, теперь еще можно найти скрытую комнату. Йод на карте. Скрытая комната, она может быть вот или тут, или тут. Я где нахожусь? Тут. Значит, мне куда-то вот сюда. Скрытая комната. Нет, 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 нет. Она... Йод. Я где нахожусь? Тут. Мне вот так его можно попробовать пройти. Попробуем найти скрытую комнату. Она довольно-таки выгодна. Там есть кирка лабиринта. Так. Если все бегать с картой, вы найдете где-то по место, в котором, ну, черная она будет, не пройденная. Вот, для этого надо всю карту оббегать. Так, тут я вроде бы, я отсюда начал путешествие. Так, давайте найдем эту комнату. Нет, не туда. Давай, беги. Как видите, тут очень помогает дальнее оружие и ночное зрение. Если оно у вас, конечно, есть. Так, где эта темная комната? Так, хочу... этих нету. Это просто сундук. Забираем. Так, итого у нас по карте. Может быть, вот это она. Так, нам надо сюда куда-то. Если тут сейчас пройдем и... Ага. Йод. Похоже, что вот это, или вот, может быть, что это она. Ну, можем еще... вот сюда пробежать и узнать точно, это она или нет. Хотя, блин... если у меня все нужно, это есть, это есть, а вот камня нету, да? Если сделать вот так, попробовать каменное. Так, ты сработаешь? Рычага нету. Отдолбить стену, это
Подождите, где мне тут продолбиться, что быстрее? Йод. Ага, вот тут. Стоп, то я там не сильно экономлю. Не так, так. Вот тут. Обижать, я не знаю, это она, не она. Поэтому, если там вот пройдем, то это не она. Йод. Вот по идее, ну, давайте пройдем лучше. Так, так, так. Вот тут сюда куда-то. Если мы ее там обойдем и будет черный квадрат, значит это комната. Или не она. Так, йод. Нет, это не она. Она где-то в другом месте. Или тут. Ладно, пойду ее искать. Так, я ее нашел. Йод. Вот видите, черный квадрат. Это она. И чтобы нам ее обезвредить, йод. Йод, он где-то тут, да? Квадратик тут. Где-то вот тут надо начинать в нее прокапываться. Это очень долгий процесс, потому что эти блоки очень долго ломаются, поэтому я не знаю, наверное, за кадром прокопаюсь и объясню, в чем там проблема. Да, вот надо опуститься на дно и, короче, буриться прямо где-то по центру и найти первый динамит. И там есть... так, короче, мне надо пробуриться для начала до динамита. Это вам не обсидиан, так что... Так, вот, докопался до первого динамита. В общем, его сносим. И таких динамитов тут по краю. И, в общем, надо вокруг вот все обкопать. Это и желательно. Потому что, если вы откроете, если там есть кто-то из животных, там нажимные плиты стоят. И песок наверху. Если вы взломаете сейчас вот эту вот камеру, то упадет там. Ну, в общем, сейчас увидите. Вот. Смотрите, видите, вот тут везде стоит динамит. Его вот вокруг. Его надо снять, иначе вы потеряете все, что там внутри есть. Но если, конечно, что-то они там не изменили. Вот, теперь мы можем где-то тут вот проковырять дырочку. Вот, и тут, короче, увидите, там есть ящички. Вот, видите, как выглядит. Тут везде нажимные плиты. Если вы где-то сверху пробьетесь или еще что-то. Так, это сундук, это сундук. Открываем сундук. Нету. Еще сундук. И тут этого нету. Тут должна быть где-то кирочка. Идем с другой стороны. В общем, вот только так можно обезвредить. Иначе вы нажимаете, пробиваетесь туда.